песня называлась «Beauty», и в ней говорится о том, что красота находится справа от меня и слева от меня, надо мной и подо мной, впереди меня и позади меня, и она живет в моем сердце, и в нем красота. А следующая песня, песня «Фантазия», она называется «Что, если я была бы водой?» «If I were water». Thank you.
В этом зале находится человек, который очень любит эту песню. И я очень люблю этого человека. Я хочу посвятить это исполнение нашему замечательному звукорежиссеру, моей дорогой подруге Люба. The days are white and
Денис Фомин бас, Александр Гурков барабаны. You.
Show to us.
Don't try to pretend all you feel the same. I'm trying to repeat to you the rule of the game. I wanna be a woman and I need your love. You so young, I guess I know the reason. And the boy was scared to take a tear. You so shy. Something told me
Спасибо, что вы были сегодня с нами. Если сегодня с этого концерта вы хотите унести домой что-то еще вдобавок к тем эмоциям, которые, возможно, у вас возникли, вы
можете запомнить очень простой мотив из этой песни, потому что даже если вы не захотите его запоминать, он все равно обычно так въедается в сознание, что потом ходишь и напеваешь его, и напеваешь. Поэтому пускай это будет наш небольшой коварный подарок вам. My love is Evil. Thank you.
включи тон клавиши. Кстати, тебя объявила. Это тоже Саша. Александра Бруни-Флейта. Меня зовут Александра Макера. Спасибо. Денис Фомин, бас. Сегодня был такой почти семейный концерт. Я думаю, будет уместно в финале сыграть песню про семью. Family.